Приветствую всех на своем канале. Приехал на пасеку травить клеща ворова. Сейчас посмотрим быстренько, бегло. Сейчас очень хорошая погодка. Бегленько посмотрим, как пчелки летают. Молодая пчела облетывается, выходит последняя пчела. Вот сейчас посмотрим. Не во всех ульях так активно пчела летает, но летает практически во всех семействах. Здесь вот тихонечко вот убираются. Здесь тоже слабенько что-то. Ну ладно, посмотрим. Сейчас будем от клеща обрабатывать пчелок. Плюс ко всему, у меня еще, значит, такая задача — последний раз закормить их в этом году. Больше не буду. Вот последний. Это у меня бакфаст. Они все у меня тут от бакфаста в основном. Карника у меня на другом тачке. Вот, нормально, хорошо, пчелочки работают. Вот, еще обножку несут вовсю. Вот, только что были замечены две пчелки. Вот, хорошо, думаю, значит, пока тепло, такое бабье лето, можно сказать, второе. Потому вот обножечку понесла. Потому как паутины дофига. Вот, и сегодня очень тепло, очень хорошо. Так, посмотрим, что здесь у нас девочки носят. Тоже обножечку носят. Наверное, золотарника. Есть неподалеку немного, конечно, но есть золотарник. Вот, все. Сейчас будем обрабатывать. Чем я буду обрабатывать клеща, я не буду говорить. В принципе, каждый выбирает для себя свой препарат, какой ему больше подходит там для его пасеки. Вот, я выберу свой. Сейчас обработаю и дам немножечко сиропчика им еще. 2 литра слегка теплой воды. Сам препарат в воде раздавливаю, чтобы не прыснуло ничего. Ну, минуток 15 он у меня постоит. И начну обрабатывать пчелок. Пока настаивается препарат, я разожгу дымарь. Использую я для быстрых осмотров, даже без гнилушек использую яичные упаковки бумажные. Немножко погорит, и все, закрываешь и пользуешься на здоровье. Красиво. Для обработки использую 5-кубовый шприц. Все готово. Приступаем. Первое семейство. Кто помнит, мы уже сокращали с Владимиром пчелок. Ага, сиропчик они так и не выбрали до конца. Уберем старый сиропчик, дадим новый. Взяли, ну что, более-менее взяли. Из 10 столько осталось. Я думаю, это отлично. Дадим, значит, двушечку им, пока тепло. Немножко дымку и обработка. Видно, что они подзапечатали медок. Все, хочу дымпушку купить. Как разбогатею, сразу куплю. Вот таким образом все семейства сейчас буду обрабатывать. Ну и мой любимый фиточай. Сейчас тепло должны выбрать пчелки. Тепленький еще фиточай с перчиком.
получили. Следующее семейство. Немного дымку. Здесь все выбрали. Ну, здесь, значит, дадим пару пакетиков. Отдавал им десятку. Все выбрали. Немножко дымку. Снова. И обработка. Что пчелы маловато. На охоте, что ли, все. Так, обработали. Теперь сироп чили. Раз. А как сработал препарат, я, в принципе, это узнаю благодаря вот этому съемному поддончику. Я его чуть почистил, я увижу на нем особь клеща. Пчелки здесь очень неактивные какие-то. Это я попробовал канди растворить в воде прошлогодние. Вот что получилось. Ну, пчелки берут, значит, будем давать. Пускай остается, вернее, потом уберем. Как вторая обработка будет от клеща, так и уберем. В том году я только раз, по-моему, два раза обработал от клеща. И все равно особь была бешеная. Поэтому в этом году я подошел к этому более ответственно. Сразу после откачки меда, а это получается, я откатал у нас в середине июля, уже взятка не было. Вот середина июля я начал, ну, в профилактику от клеща. Пластины поставил. Терпентинного масла налил. Вот, кстати, спасибо Владимиру. Собрал все гнезда мне, пока я тут подкармливал. Вот, поэтому в этом году, у меня даже по осени в том году уже сыпались пчелы. Просто, ну, уже к первым заморозкам было пожмение пчел. Сейчас, слава богу, все пока нормально. Сидят все нормально, пчелки летают. И семьи довольно-таки сильные идут в зиму. В общем, это видео посвящается всем начинающим пчеловодам, которые, может, слишком самоуверены по поводу того, что да, какой клещ там, все это фигня. Так, со смехом к этому подходили. Поэтому сразу хочу сказать, что это не смех. Если хотите, чтобы нормально семьи зимовали, нормально обрабатывайте от клеща и вообще все процедуры вовремя проводите. На этом, пожалуй, все. Вот такое вот получилось длинное, скучное видео. Всем всего доброго, хорошего. Заводите пчел. Пока.